В Каратайке отменили режим ЧС. Напомню, в населенном пункте его ввели 9 июня в результате разлива топлива из затонувшей баржи в реке Каратаиха. По предварительным данным, в воду попало около 200 литров нефтепродуктов. Сейчас место разлива огорожено боновыми сооружениями. Утечка топлива из баржи прекратилась после того, как на носовой части был смонтирован новый клапан вместо поврежденного во время ледохода. Разлившийся дистоплива специалисты нейтрализуют с помощью сорбента. Водолазами уже проведено обследование затонувшей баржи. Для перекачки с нее оставшегося топлива предварительно около 90 кубических метров подготовлены емкости, находящиеся на берегу. Тем временем проведен анализ качества воды в Каратаихе. По словам главы Заполярного района Алексея Михеева, угрозы нарушения жизнедеятельности нет. Затонувшую баржу на берег начнут поднимать только после спада в реке воды. Плавсредства находятся на глубине около 4 метров. Управлением Росприроднадзора по Ненецкому округу возбуждено дело об административном правонарушении. В данный момент проводится расследование в отношении владельца баржи, акционерного общества «Севергеофизика» Республика Коми. Предприятию, виновнику аварии, поручено создать в Каратайке резервный запас сорбента и организовать очистку берега реки от остатков дистоплива.